Всем доброго, дорогие друзья, с вами Витя, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Five Nights at Freddy's Simulator. Здесь мы можем играть за аниматроников, и насколько я понял, все даже адекватно сделано. Типа, есть аниматроники, много аниматроников, у этих аниматроников есть свои способности. То есть, если мы можем играть за Фредди, то мы должны понижать внимание охранника нажатием кнопочки Z и двигаться быстрее. Что-то такое, неважно, разберемся. Я умный, я... Ну, вообще, такой... Ладно, короче, давай поиграем за Фредди. Первая комната, первая карта, первый FNAF 1. Посмотрим, что это из себя представляет, потому что я игру еще не запускал. Вау! Здорово, поняха! Здорово! А что, я могу петь кнопочкой Z? Я хожу, у меня есть звуки. Он палит меня. Awareness — это значит, он меня палит. Время показывается справа. Я могу куда угодно ходить, я могу делать что угодно. Night Guard сейчас смотрит в камеры. Охранник смотрит сейчас в камеры. В какие камеры? Это что? А, это секретная комната. Night Guard сейчас не смотрит камеры. Вау! Неужели это первый реализованный симулятор, в который реально можно играть? Типа, я реально могу побеждать охранника, а охранник пытается меня победить? Так, слушай, Фредик, давай-ка ты заткнешься, а? Так, хорошо, он сейчас не на камерах. Ну, по идее, это будет нетрудно. Мы же с тобой жесткие. У нас с тобой вообще никаких проблем нет. Я сказал... Добрый вечер. Охранник! Охранник — это аниматроники же видят людей как эндоскелеты. Вот это Big Brain игра, вот это Big Brain игра. У меня 5 фаскоинов, чтобы открыть новых аниматроников, мне нужно 20-15. Так, давай попробуем еще раз. Пока что мне не очень нравится, что это как-то очень просто. Потому что аниматроник вообще дурашка. Ой, тьфу ты, охранник, то есть эндоскелет. Мы не знаем, что есть какой-то охранник, эндоскелет вообще дурашка. Поэтому я, блин, надеюсь, что хоть кто-нибудь доделает игру до того, чтобы это было реально трудно. Он попытался закрыть дверь, ты заметил, да? Он попытался закрыть дверь, когда я к нему пошел, но он закрыл дверь, когда я уже был здесь. Поэтому никакие проблемы бы я не создал. Он даже меня ни разу не заметил. Добрый вечер. Добрый вечер. Че делаем? Как дела? Как успехи? Как настроение? О! Он меня заметил, дверь закрыл. Ушел в камеру. Так, он закрыл дверь. И он открыл дверь. И все, я могу к нему просто зайти. И все, вот сейчас. Я понял, когда он меня палит. Когда у меня палит, я, короче говоря, отправляюсь обратно. А как у меня awareness работает? Так, а что дверь закрыта? Ну-ка, открой дверь. Открой дверь, алё. Так, а если он на меня смотрит? Он открыл дверь. Вы заметились. То есть, когда он меня замечает, я полностью отправляюсь на самое начало. И если, возможно, у меня awareness повысится до самого конца, возможно, он меня тоже поймает. То есть он меня не должен видеть, и то есть я реально должен пытаться к нему зайти как-нибудь втихую. Закрыл не ту дверь, дурачок! Не ту дверь закрыл, тук-тук тебе в окно. Так, давай попробуем еще раз. Сейчас он откроет дверь. Сейчас он откроет дверь. Слышь, ты обе двери там закрыть решил, алло! О, нормально, отвернись. Отвернулся, хорошо. Ну что? Ты издеваешься? Ты издеваешься, паскуда? Ты что это сотворил? Подожди. О, Фокси. Блин, было бы круто, если был нормальный мультиплеер, кстати говоря. Здорово, Фоксян. Че, как дела? Как настроение? Ну ты там стой, как бы, не парься. Я сам со всем разберусь, хорошо? Все нормально, ушастый. Не ссы, трусы. Почему никто не ходит вообще, кроме меня? Блин, а вообще здесь сделано прикольно, но я все еще не ходил в эту пиццерию. Это выглядит, как, знаешь, какой-то замок вампира страшного. Не знаю, все какое-то кирпичное, все какое-то противное. Как открыто здесь много. Слушай, а где швабра? Здесь должна быть швабра. Создатель игры, дизлайк тебе. Где швабра? Без швабры эта игра не игра. Должна быть швабра. Так, охранник точно этого не ожидает. Я не понял. Я ж в первый раз так хорошо его прошел. Чуть он поднялся. Окей, это интересно. Это интересно. Если все работает, как я думаю, и охранник потом будет быстрее двигаться, ему надо двигаться, как Юле. Тогда все будет хорошо. Так, заметло. Погнали. Там еще на фоне он что-то поет, по-моему. Так, у меня есть 15. Я могу открыть какой-нибудь новый аниматроника или пока ж нет? Блин, прикольно. Да, я могу чику открыть. Я могу открыть чику.
Давай посмотрим на Чику. Давай посмотрим на Чику. Или давай не посмотрим на Чику. А почему Бонни дороже, я не понял, чем Чика? Что за неуважение по отношению к Бонни? А что у нас имеет Чика? Подожди-ка. Чика не имеет способностей. Ну понятно, почему. Понятно, почему у Чики нету никаких... Почему она дешевая? У нее нет никаких способностей. Бесполезная Чика. Кстати говоря, чтоб ты знал, мы потом можем пойти во FNAF 2. Во FNAF 3. Потом будет еще FNAF 4 Sister Location. Мне интересно, как он сделает Sister Location, потому что там не так много всякого движа. И из FNAF 2 можно поиграть за Бонни поломанного. Ну давай купим Чику. Нет, давай не будем покупать Чику. Давай купим Чику. Давай не будем покупать Чику. Давай не будем покупать Чику. Мы еще раз победим сейчас по-быстрому. Смотри, мастер FNAF'ера в действии. Прохожу, меня не палят. На самом деле, я хочу, чтобы было труднее. Я хочу, чтобы охранник был Big Brain. Big Brain, как мы с тобой. Мы с тобой Big Brain, мы с тобой Big Brain. Во FNAF'е меня так легко один аниматроник бы не поймал. Кстати, интересно, если бы аниматроник двигался на самой большой скорости, мы бы его побеждали. Так, охранник на камерах, хорошо. Нечестно, что мы видим, когда он на камерах, мне кажется. Потому что если бы мы не видели, когда он... А! Most people like my hugs. А? Что? Что сейчас было? Почему Чика испугала меня? И я победил. Где была Чика? А? Это, видимо, Чика решила за то, что я ее унижал, мне ответить или что? Ладно, я купил Бонни. Ну и звуки. Хорошо, давай попробуем за Бонни. Это баг какой-то или что? Или это какая-то механика? Окей, Бонни умеет издавать звуки. Бонни умеет издавать звуки, по-моему. Да, я могу музыкой бить и... Ты, может, двигаешься? Я могу музыкой бить, короче говоря, и вырубать электричество. Чуть-чуть не понял, каким образом Чика победила. Это глюк, наверное, был какой-то. Наверное, глюк какой-то был. Я хочу большую сложность. Еще раз. Блин, смотри, я шел вот так вот. Здесь вот стоял. 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 И потом внезапно победил. Ты что, дверь закрыл, алё? Вот это я рок дал! Вот это я дал рок, конечно, Биталюга. Так, хорошо. Сейчас он перейдет на камеру еще раз. Вот он ушел. Ушел. Все, он на камерах, погнали. Дурак! Ты меня продолжаешь пугать. Почему эта игра пугает меня? Почему она пугает меня, а не кого-то другого? Так нечестно. Это ж человек орёт, которого мы запихиваем в костюм. Блин, на самом деле фаново. На самом деле фаново, но простовато. Так, давай еще раз за Бонни зайдем. Я не понял, что дает электричество. Я бзинкнул возле двери, дверь не открылась. Там написано, что он бомбит в гитару для того, чтобы ломать электрические приборы. Кстати, пойдем сюда посмотрим. Здесь должен быть эндоскелет. Вот он. Вот он, вот он эндоскелет. А что ты стоишь? Что ты приуныл? Как дела? Как настроение? Чё приуныл? Чё приуныл? А, ну ты дрыщ, вот чё приуныл. Так иди в качалку, подкачайся, все будет хорошо. Поешь немного. Там у Чики забери, а то Чика что-то жрет дофига, она и так жирная. Как бы, а ты что-то дрыщ. Поэтому давай, поешь пиццу там. Я понял, хорошо, давай. Давай, дружище, а что тут? Тут ничего. Что дает мое электричество, я не понял. По идее, оно должно что-то ломать. Но что оно должно ломать? Для меня вопрос. Камера. Я, может, камеру могу ломать? Я что-то не помню, чтобы Бонни что-то ломал вообще. Давай я зайду к нему и сейчас бзынкну. А, подожди. Так. Окей. Под рок к нему вошел просто. Под рок к нему влетел в здание. Да, парень, ори, тебе приятно, я знаю. Что умеет он? Подожди. Нажми, чтобы сыграть на гитаре и создать проблемы электричества. Какого электричества? Какие проблемы? Никакого электричества здесь нету. Двери работают на энергии гномов под столом. Ничего нельзя с ними сделать. Ну ладно, а что у нас умеет? А, той Бонни может двигаться по барьерам камеры. Что за барьеры камеры? Фокси Пират может двигаться быстрее, чем другие персонажи. Той Чика может кидать. Может кидать свой кекс. Окей, это немного грубо. Бонни может прыгать.
Манго может цепляться к потолку, Спрингтрап может создавать этого фантома. Блин, интересно. Интересно сделано. Я только негодую, опять же, еще раз повторю, из-за сложности. Я хочу больше сложностей. Вот. А так, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Если вам понравится, мы продолжим и всех остальных посмотрим. Мы Чику с тобой посмотрим в следующий раз. И Фокси Пирата посмотрим в следующий раз. И Визард Бонни последним посмотрим когда-нибудь там. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Пока же на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.